Пресс-конференцию уже назвали историческим событием, потому как именно сегодня подвели итоги работы за 4 года, прекратили полномочия всех выборных органов профсоюзов и набрали новые. Назначен и новый председатель, им стал Дмитрий Колмаков, который ранее был заместителем. А самое главное еще, что сегодня будет, мы принимаем основные направления работы на будущие 5 лет, которые включают, прежде всего, наши предложения по оздоровлению экономики, предложения профсоюзов. Развитие социального партнерства, вот эти вот вопросы, они будут отражены сегодня. Такие предложения очень кстати, ведь за 4 года численность членов профсоюзов сократилась почти на 24 тысячи. А все потому, что организации, в которых трудились люди, подверглись банкротству, реорганизации или вовсе полной ликвидации. Инспекторами труда было рассмотрено 628 дел. Из них в подавляющем числе случаев требования работников удовлетворены. Также на конференции отметили, что профсоюзы Бурятии плотно сотрудничают с правительством. Главой Республики Бурятия регулярно проводятся встречи с представителями объединения организаций профсоюза Республики Бурятия. Многие из вас в них принимают активное участие. Результатом таких встреч является всегда обсуждение наиболее острых вопросов и совместный поиск путей их решения. Сегодня внесли изменения в профсоюзный устав. К названию добавилось слово «Союз». Отныне будет звучать так. Союз объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия. Дарья Белоусова, Даджи Чайдопов. Новости дня.